Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Вадим, тот самый, чей голос вы привыкли слышать в наших фильмах. В последнее время возникает много вопросов, куда я пропал и что будет с каналом дальше. Так вот, канал не заброшен, исследования продолжаются и новые фильмы будут выходить. Я никуда не пропал. Все это время, по мере возможности, я старался следить за работой команды и даже участвовать в ней. Правда, не всегда такая возможность была, так как шла подготовка к операции на сердце. И не волнуйся. Я знаю, вы немножко волнуетесь, переживаете. Все будет нормально. Иногда даже хорошо. Сейчас не хочу вдаваться в медицинские подробности, ибо теперь они уже не важны. В июне 2024 года эта операция была сделана, а раз вы слушаете эту запись, то все прошло успешно, и сейчас у меня реабилитационный период. Хочу сразу заметить, что денег на лечение собирать не нужно. Самое страшное уже позади. Однако, если у вас есть желание помочь, то вы можете поддержать исследования нашей команды по реквизитам в описании. За прошедшие годы исследований сделано многое, но много еще осталось в планах, и наша команда обязательно продолжит исследования. А все, что мы увидим, обязательно покажем и расскажем вам, друзья. Обязательно продолжим и будем развивать ранее начатые проекты. Все планы в силе. А также запустим новые. Осуществим все намеченные экспедиции и проложим новые маршруты. Планов много. Благодарим за то, что вы были с нами все это время, за вашу моральную и физическую поддержку. Поэтому не переключайтесь, дальше будет еще интереснее. А я с вами не прощаюсь. Всем мира, здравия и добра. До скорых встреч. Так выглядит башня изнутри. Все очень печально. Сохранились лестницы. По ним ходить уже невозможно. Эту башню облюбовали голуби и живут здесь. Экспедиция 2019 года. Это сделай. Ты знаешь, что пониже, да. Это саму, да. Давай дальний еще включу, может. Угу. О! Вот по таким вот камням мы едем. А вот тут у нас еще один навигатор. И вот такие вот дороги. На пенсии будем вспоминать. Едем ночью через леса, через поля, вообще неизвестными какими дорогами, вот этими буераками. Мы даже не уверены до конца, доедем ли мы. Ехали потом там туда, в Калужской области, с Димой как раз. И вот по такому мосту тоже перебирались. Он бесплатный, я думал, бабла стоит. А это что здесь сели? Так что, дорогие подписчики, все для вас.